факто раз на одном из занятий в университете. Меня попросили рассказать о своей стране. Я с удовольствием поделилась самыми интересными фактами. Мой одногруппник воскликнул, что хочет побывать. Вот ответ я сказала, что он вообще может приехать туда. Он задумался и произнес, где родился, там пригодился. Это выражение нужно понимать дословно. Устойчивое выражение «где родился, там и пригодился» принято использовать в отношении тех лиц, которые решили остаться в местности своего рождения, попытать счастье и принести пользу родине. Выражение «где родился, там и пригодился» следует понимать буквально. Это человек, который остался в родных местах и продолжил свой путь там. Выражение появилось еще во времена становления Московского княжества, когда началось активное переселение из родных мест в Москву. Как мы видим, с течением времени мало что изменилось. В русском языке существуют и другие похожие выражения. Например, «где сосна взросла, там она и красна». Одна в моем родном языке это звучит так. Гэмакранни тонгтотэнпэшаат.